Множество часов занятий, гора прочитанных книг и щепотка везения. Вот формула успеха для сдачи ЕГЭ на 100 баллов. В Леновском лицее при УГТУ этой формулой воспользовались 5 выпускников. 2 по русскому языку, 3 по математике. Высокий результат 11-классники лицея при УГТУ показывают регулярно. С каждым годом успехи только добавляются в копилку учебного заведения. В этом году я выпускала 6 11 классов. Это порядка 150 человек. И меня порадовали девочки Кутляева Софья и Данилина Софья, ученицы группы 422. Они сдали на 100 баллов. Ну, это, конечно, результат замечательный, но есть у меня еще высокопальники. Я посчитала, больше 80 баллов получили где-то около 30 человек. 100 баллов у меня впервые. Да, а вот высокобальники, то есть от 80 баллов, это результат постоянный. Софья Данилина сдала экзамен по русскому языку на высший балл благодаря своему трудолюбию. Девушка много времени тратила на ежедневную подготовку. Результат ЕГЭ стал неожиданным, но очень приятным. Когда я вышла с экзамена, я знала, что у меня будет 85+, но дальше это все было чистая удача и везение. Я боялась именно за сочинение, потому что эксперт может не так понять меня, мое мнение. И именно сочинение я боялась. Тестовую часть я была практически уверена. Софья Кутляева тоже отличилась и сдала ЕГЭ по русскому языку на 100. Год занятий с репетитором, школьным учителем и самостоятельной зубрежки принесли свои плоды. Удача, конечно же, тоже повлияла на блестящий результат. Для твоих близких, друзей, родителей это было тоже удивление, что ты сдала 100 баллов? Да, они до сих пор не могут принять это. Довольно рады. Да. Профильная математика – один из сложнейших экзаменов. Выполнить все без ошибок удается далеко не каждому. А Олесе Салюкиной это удалось. Девушка шла к такому результату 2 года. Все ради мечты стать инженером. Ну, профильная математика мне была необходима, потому что она нужна, чтобы поступить в технический вуз. Могу назвать его любимым, потому что я была уверена в этом предмете. Я была уверена на 90+. Поэтому мне нравится этот предмет, учитывая то, что я 2 года занималась им очень усердно, ездила по разным олимпиадам, получала какие-то достижения. Все 3 девушки хотят связать свою жизнь с техническими специальностями. Вуз для поступления еще не выбрали, ждут результатов ЕГЭ. По итогам экзаменов обладателями высших баллов стали 38 выпускников школ Ульяновска, Димитровграда, Барышского, Чердаклинского и Новоспасского районов. Кроме того, есть и первая 200-бальница этого года. Ей стала выпускница Ульяновского многопрофильного лицея номер 11 Яна Семахина. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.